Третий день юниорского чемпионата мира по тяжелой атлетике, который продолжается в греческом Гераклионе, харьковчанка Алина Захарченко пополнила командную копилку сборной Украины бронзовой медалью. 20-летняя студентка Харьковского профессионального колледжа спортивного профиля выступала в весовой категории до 59 килограммов и заняла третье место в рывке, подняв 90 кило. Аналогичный результат показала и спортсменка из Колумбии Маскера Кисарес, но она опередила Алину по меньшему собственному весу. Золото взяла американка Катарин Эстеп, которая зафиксировала 91 килограмм. Рывок хорошо, толчок тяжеловато. Оседлать стартовый успех во втором упражнении Захарченко не удалось. С результатом 106 килограммов она стала восьмой. В двоеборье, собрав 196 кило, заняла седьмое итоговое место. Бронза Алины Захарченко стала третьей наградой украинской сборной на нынешнем чемпионате мира. Две серебряные медали в Гераклионе выиграла еще одна подопечная заслуженного тренера Украины Валерия Никулина Светлана Самуляк, которая была второй в двоеборье и рывке в весе до 55 килограммов. Юные харьковские борцы, братья Артур и Александр Косинцевы, поддержали высокий авторитет отечественного спорта на трех международных соревнованиях кряду. На турнире по вольной борьбе в Вильянде, собравшем участников из Грузии, Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии, воспитанники спортивного клуба «Колизей» сделали победный дубль. На Таллин Оупен 2022, в котором участвовали 2700 спортсменов из 29 стран, Артур Косинцев первенствовал в весе до 40 кг. Возрастной категории 10-11 лет. На пути к финалу он заставил сдаться пятерых соперников. В главном поединке одолел британского вольника и удостоился золота. Александр сражался за награды в турнире с участием борцов не старше 15 лет. В весовой категории до 52 килограммов победил двух латвийских спортсменов и француза. Затем уступил сверстникам из США и Польши и в итоге остался без медали. Ну а Артур двумя золотыми наградами не ограничился и продолжил свою победную серию на международном юношеском турнире в столице Латвии – Риге. Готовил братьев к соревнованиям их отец и тренер Александр Косинцев.